Задержаны члены преступной группы, подозреваемые в сбыте спайсов на территории Саратовской области. Они занимались распространением наркотиков в поселках. Преступники в возрасте от 26 до 30 лет. В целях конспирации они сняли квартиру в Саратове, а заказы принимали по интернету. Когда поступала очередная заявка, торговцы спайсами садились в принадлежавший одному из них автомобиль, ехали в район и делали так называемую закладку, о месте которой затем сообщали покупателю. В ходе обыска на съемной квартире подозреваемых изъяты пневматические пистолеты и наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые развешивали объявления о продаже своего товара на столбах, либо писали краской на остановочных павильонах или заборах. В эти объявления они предлагали связаться с ними через интернет, либо смс-сообщения. Потребителями данного товара являлись молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет. Так как они общались с поставщиками через смс-сообщения, то не знали, что наркотики им сбывали их собственные односельчане.